Зачем нужна выписка из ЕГРП? Что такое ЕГРП? Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сокращенно ЕГРП, это государственный информационный ресурс, который содержит данные о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимости, данные об объектах и сведения о их правообладателях. Какие сведения содержатся в выписке из ЕГРП? Выписка из ЕГРП содержит актуальные на момент ее создания сведения о заявленных в судебном порядке правах требования на объект недвижимости, а также о возражении в отношении зарегистрированных прав на него. Следует обратить внимание на то, что если на следующий день после изготовления выписки из ЕГРП в реестр будут внесены изменения, такие изменения не будут учтены в уже изготовленной выписке. Из выписки ЕГРП потенциальный покупатель квартиры может узнать, что актуальные права на нее могут быть оспорены, есть отметка о возражении, или что в отношении нее уже идет судебное разбирательство, отметка о праве требования. Кроме того, в выписке из ЕГРП есть сведения о правопритязаниях, то есть о поданных документах на государственную регистрацию прав. Такая информация может помочь выявить действия, совершаемые в отношении объекта недвижимости. Для чего нужна выписка из ЕГРП? Для проверки соответствия информации о квартире, доме или земельном участке в правоустанавливающих документах или в свидетельстве о праве собственности сведениям ЕГРП. Для предоставления в суд при имущественных спорах, бракоразводных процессах и других спорах. При покупке квартиры с использованием ипотечного кредита или при вступлении в наследство важно знать, что с 12 октября 2015 года нотариусы и банки не вправе требовать сведения о зарегистрированных правах на недвижимость, то есть выписки из ЕГРП от заявителей, а должны сами запрашивать данную информацию из Росреестра. Однако получение выписки до сделки приобретающей стороной часто трактуется судами как надлежащая осмотрительность. Поэтому стороне, покупающей объект недвижимости, легко доказать, что она не знала или не могла знать какие-либо проблемы с объектом недвижимости. В некоторых случаях суды используют наличие выписки, полученной перед сделкой с объектом недвижимости, как аргумент в пользу должной осмотрительности покупателя. Если в выписке из ЕГРП не содержится сведений о запретах и она была получена перед сделкой, это большой плюс в пользу покупателя. Существенную актуальность выписка из ЕГРП приобрела после отмены свидетельств о праве собственности. Так, в этом году Росреестр перестал выдавать свидетельства о праве собственности, вместо них теперь выдается выписка из ЕГРП. Как получить выписку из ЕГРП? Наиболее быстрый способ воспользоваться электронными услугами Росреестра. В течение 5 рабочих дней после того, как соответствующий запрос поступает в Росреестр, заявитель получает сведения из ЕГРП. При этом можно выбрать наиболее удобный способ для себя в виде ссылки на электронный документ или в форме документа на бумаге, который можно получить по почте или в территориальном отделе. В зависимости от этого выбора меняется и размер государственной пошлины. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.